Ну что ж, ребятки, новая серия на сервере Really World. Давно у нас не было Гриффер Шоу, но тут у меня появилась мотивация, так сказать, снять новую серию. Кстати, со мной сегодня... Андрей Старший, привет, ребята. Да, и сегодня мы вместе будем ходить тут и гриферить игроков. Ну что ж, вот такие вот у меня ресурсики на сегодня. А, если что, я потом пополню все запасы Плод Хоруса. В принципе, для начала... А это круглое что такое? 16-15... Это Эндерпелл. Так вот берешь, оп, и телепортируешься. Ладно, ребята, в общем, лайк, подписка, колокольчик, сразу же не будем тянуть. РТП, и нажимаем вот сюда по центру, чтобы телепортироваться поближе к игрокам. Будем надеяться, что мы сегодня не просрём наши вещи, ведь я уже вижу первого игрока. И он, ну, слушай, он без вещей. Вот это, да? Да. Хотя у него донат такой, у него донат, есть шанс, что он просто без брони, без всего бегает. А так у него все есть. Так что надо протестить на всякий. Да! Не понял, что это не загорелся. Опа, подожди-ка, у него, кажется, что-то в руках было. А, это семечки? Ну, смотри, он крутой. Пытается меня... Ребята, он с щитами только что был, кстати говоря. С щитами? Откуда ты знаешь? Тем более, потому что он ко мне подбежал и начал так вот из стороны в сторону. Ребят, может быть, мне, конечно, все-таки показалось, но, по-моему, это было слишком подозрительно. Так что есть шанс, что он все-таки читачочек. Но мы таких, естественно, осуждаем, но репорты никто не будет кидать, потому что все мнение. Так, ладно, все, просто сейчас ждем, когда закончится режим PvP, и идем к следующему игроку. И, кстати, и что, естественно, надо сделать сейчас? Режим PvP заканчивается, fly, и... Полетели. Полетели, да, ребята, вот плюшки от донатов большого. Так, ладно, тут у нас, в принципе... Был, да? Мне по карте сейчас, ну, у меня тут карта сверху, белые квадратики, это значит игроки. Так это тоже самое. Ладно, я пока никого не видел, но нет, вроде не он. Вон он показывает. Нет? Нет. Так, все, ладно, и телепортируемся. А, тут еще 44 секунды. Давайте тогда вот сюда. Ну, попробуем. Здесь вдруг кто-то будет. Ну да, навряд ли здесь сейчас кто-то попадется нам, но все равно, в любом случае, проверить стоит. Так, это зайчик. О, игрок. А это зайчик всего лишь, ребят. Так, ладно. Номер. Не понял. Зачем ты ломаешь? А, то есть здесь привата нету, а там он есть. Интересно. Подождите, а здесь тоже привата нет? А, нет, здесь уже есть. Здесь какой-то приват просто немножечко корявый. Так, ладно. Ой, это место выглядит так подозрительно. Опа, меня вызывают на ПВП. Ой, на дуэльку. Давай, нас сходим. Конечно. Просто, а то, что тут отказывается от такого. Сейчас сразу же, в первую очередь, надо кинуть себя в зельки. Раз, два, три. Лук заряжаем, кушаем. Все, ребята, чисто сетик собрали, называется, всяких предметов. Надеюсь, он не читак. Потому что читаки это очень плохо. Так, я не знаю. Ой, блин, сложненько с ним. Ну ладно, мы сейчас попытаемся хоть что-то сделать. Слушайте, вроде бы я ему неплохо пробиваю, хотя он мне тоже сейчас. Капец, он уворачивается из стороны в сторону. Как мне по нему попасть? Хотя не, я вроде попадаю. Тоже надо уворачивать. Кушать. Скорее кушать яблочки золотые. Так. О, подождите, у него какие-то подозрительные криты, однако. Ай-яй-яй, какой он умненький у нас, посмотрите. Самое главное, самому сейчас не сдохнуть и кушать вовремя. Так, да, Андрей Старший? Кушать это важно, как бы. Ну ладно, давай все, уже кокать его полноценно. Мне все кажется, все, что нас сейчас кокнут. Да, у меня полсердия и да. Но там было сложно... Молчи, ты бы секунды не продержался вообще. Ну, слушайте, было сложновато, однако. Но ничего, я думаю, нас, возможно, за серию еще кто-нибудь вызовет, так что... А он вызовет нас. Ну... А мы потеряли что-нибудь из ресурсов? Не, там другие выдаются, типа, я сейчас ничего не потерял. Да и в любом случае, даже если я потерял... Молодцы. И плюс у меня еще есть дом, сундуки, там все чисто в алмазной броне. Вот, так что, в принципе, хорошо. Ребята, я вам больше дом показывать не буду. У меня был опыт показывать дома. У меня вот координаты все палят. Я вот так вот телепортируюсь, и люди потом находят мой дом, и начинается там. Ты хочешь выйти из дома по грифе, или тебя, блин, окружают там со всех сторон. Так что нет. Все, ребят, при ролике я... В ролике, точнее, я не буду больше туда телепортироваться. О, алмазы. Так, ладно. Ну, в общем, РТП. Давай сразу же телепортироваться дальше. И кто у нас сейчас будет? Так, у нас тут... Немножко влево. Так, сейчас надо взлететь, я забыл. Так, немного влево, мне показать. Опа. Кто-то был, да? Нет, вроде показалось, так, ладно, сейчас не ар. Немного влево, все еще. Так, давайте прописываем еще раз. Так, влево. О, сейчас, видимо, начнется без... Опа! Я увидел, видишь, беленький квадратик на карте тут? Я прям понимаю, да. И, как я понимаю, нам нужно... Ага, тут, видишь, как раз приват стоит. А, не, он глубокий.
глубоко, я навряд ли к нему смогу телепортироваться. Опа, подожди, ка тут у нас спавнер. Окей, неплохо. Ну, блин, я не смогу, наверное, ниже пробраться. Тут надо... Ладно. Видимо, придется обойти. А, хотя, подождите-ка. О, смотри, здесь не закрывается. А, погнали! Вот такое мне уже нравится. Ну все, собственно, сейчас погнали, быстренько его кухнем. Причем у него донат? Магистр, это есть шанс, потому что там будет алмазная броня. Это очень хорошо. Так что ладно, давайте, собственно, копаемся вниз и будем надеяться, что мы сегодня добудем алмазную броню, и все будет окей. Это вот так глубоко? Да, это у него вот базу тут, видимо. Так, ладно. А если тут нет привата, мы сейчас... Опа. Нет, приватик-то небольшой есть, конечно, но, в принципе, прокопаться вполне... Вот мы у него в коридоре. Фух, ну что ж, кушаем. Так, не телепортировала. Попробуем еще разочек. Телепортировала. А, ну ресов нет, но я на всякий случай так чисто попробовать и... Нифига. Ну, слушай, домики эти, так скажу. Отсюда как мы вообще что-то... Ну да, они все запривачены. Естественно, я отсюда ничего взять не смогу. Но, слушайте, попытаться все равно стоит. Все сундучки мы сейчас быстренько проверим. Вдруг что-то, какая-то все-таки фактик будет один. Потом появится. Понятно. Да нет, судя по всему, он вообще стоял в АФК. Ну, типа, вообще не двигался. Отошел, видимо, от компьютера. Так, о, там мистер Бист у нас. Ну ладно, фейк, но все равно, так что окей. А, это я упал, я думаю, меня ударили. Так, ладно, в общем, я предлагаю... У меня тут есть одна точка дома. Да, ребята, вот такая вот я крыса. В общем, как видите, вот здесь вот есть вот такой вот домик. Это чей? Это не мой дом. Я спалил корды этого дома, но он все равно как бы не мой, так что пофиг. Короче, здесь живет Драгон. И как видишь, ресурсов у него дофигище. Так что, и как-то мы с Лукасом сюда пришли, гриферили. Я здесь поставил точку дома, и теперь мы иногда приходим и убиваем его. И получаем ресурсики. Вот, а еще тут есть собачка. С розовым ошейником. Сразу же видно, тут живет девочка. Да. Тогда лучше не стоит трогать. РТП, да ладно, мы ничего не трогаем. Не беспокойся, мы только убиваем. Добренький, добренький я, однако. Так, да что опять летать-то нельзя, елки-палки. Постоянно забыла. Так, тут у нас... Где-то туда... Опа. А, это мелкий зомбарь, я думаю, это игрок. Так, ладно. А, где-то мне показали, что где-то здесь должен быть игрок, как я понял. Но где именно, хороший вопрос. Так, здесь у нас случайно никого нет? Никого нет. Окей, давайте прописываем еще раз вот эту вот команду немного вправо. Куда-то сюда, что ли, в лес вот этот. Так, если что, следи за картой, если вдруг увидишь белую точечку, то говори мне. Так. 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 Не, мне кажется, надо еще раз прописать команду и узнать, где он. Немного направо. Капец. Ты телепортатор такой. Пока нет точки, я смотрю, так, пока нет. Да я сам не вижу что-то. Ну да, что-то у нас, ребятки, по-моему, не получается, так сказать. Так, ладно, Аниар, если еще... А, понятно, там далеко. Ладно, короче, какой-то такой себе игрок. Давай лучше попробуем еще кого-то поискать. Или что? Ну, ладно, пока у нас особо гриферство не идет, пока мы только без этих, без ресурсных игроков встречаем. Ну, наверное, надо немножечко просто разогреться, так сказать. Сейчас мы кого-нибудь найдем. В любом случае, я предлагаю нам сейчас сделать такое вот, сейчас люди придут еще больше, станет их еще больше, а пока что мы вот так вот сделаем. Так, значит, смотри, запоминаем чей-нибудь никней, например, мистер Бист, и пишем вот так, дуэль мистер Бист. Сейчас мы с мистером Бистом пойдем в дуэль, так, я не понял. Дуэль мистер Бист, не понял, подождите, я тупой или что? Бист. Бист. Так, ладно, пофиг, тогда другого возьмем. Вот, деф 2, 3, 4, 6. Значит, дуэль деф 2, 3, 4, 6. Я вроде запомнил. О, вот это... Так, давай Назаритка. Хотя нет, может быть... Да, Назаритка, пусть будет. Все, ждем. Возможно, он сейчас примет запрос, а возможно и не... Опа, принял сразу же. Довольно быстро причем. Так, сейчас главное успеть съесть яблочко и зельки. Так, оп, оп, оп. Оп, фигачим зельки. Яблочко. Вот он. Оба. Так, свалил у нас пацанчик. Смотрите, какой умный, а. Щитами играет, ну, да? Не-не-не, это он просто успел кинуть, видимо, эндерперл очень быстро, так, знаешь, в самом начале буквально. Но ничего, сейчас мы его какнем, так сказать.
Так, на тебе. О, вот здесь уже попроще. Так, побежал, главное, чтобы он сейчас не свалил. Побежал. Видишь, над ним там я скачал мод, там показывает сердечко. Видишь, уже красный. Все, мне кажется, ему кранты, если он сейчас не съест яблочко. Но, а, блин, он кушает, быстрее, фигачим изо всех сил, просто хоть чем-то. Он телепортируется, это трындец, ребята. Блин, он съел яблочко, у него снова много жизни. Ну ладно, сейчас мы его еще побьем. Опять он кушает, ну что ж ты все кушаешь? Хватит кушать! Он кинул жемчуг или мне показалось? Ладно, смотри, он еще пока толстый, не жемчуг. Хватит кушать. Да, кстати, хватит кушать. Да ладно, он не толстый, нормально. Если кинул жемчуг и сейчас телепортируется, я буду бомбить. Просто дерись, как мужчина, что ты Ну не может он, видишь. Что-то переборщил я со своими возможностями. А как он тебя так убил? Да я что-то не смотрел на сердечки немножко. Блин, ребята, тупанули лошарик, немножечко. Лошарик. Опять же, ты бы ни секунды там не продержался, я тебе говорю. Так что не надо туда. Хотя, может быть, я бы, конечно, бы и замочил. Ну ладно, может быть, 2 секунды продержался. Я бы за 2 секунды, мне кажется, уделал бы его. Ну да. Так, ладно, прописываем Ниар, и у нас игрок, значит, сзади где-то. Окей, ищем. Скорее всего, где-то здесь, да? Какие-то базы какие-то тут, да? Здесь какой-то район баз, я этот. Ну, он меня, видимо, а нет, он вот. Ну, блин, это, конечно, кит-стартер, но лишним не будет, в принципе. Что, посмотри на лицо? Все, занимался своими делами. Где, у него ничего нет, да? Или это все его? Это все его. Ты ничего не взял? Я вот выкидываю это все. Зачем выкидываешь? Чё, ничего полезного. Зачем выкидываешь-то? Так ничего полезного. Ладно, бай. Ты своего выкидываешь? Ему обратно отдал, да? Да я его вещь, опа. Ему обратно его вещи отдал, да? А, это он бежит опять. Ну, вон там твои вещи валяются, вон там твои вещи валяются. Увидел. Ты ему отдал все его вещи, да? Я с него скидываю. Малыш какой-то, наверное. Да не, просто, наверное, по приколу решил такой скин поставить, типа, почему нет? Так, ладно, ребят, сейчас самое главное красиво уйти. Так, ладно, все. Сейчас он такой бежит, я убью тебя. И знаешь, я его с одной тычки вот так, поинг, и все. Так, ладно, РТП, и сейчас, допустим, вот сюда, на недалекую телепортацию. Ну, тут мало шансов, что мы кого-то встретим, хотя почему? Как такой мало. Почему? Такой может быть, по-любому. Ну, здесь никого. Так. Это огород. Огородик. На крыше огород прямо, да? Так. Это же огород был? Это огород. Ну не огород, это тростник. А что, на крыше прямо? Это не крыша, это видишь, отдельная такая платформа здесь. А-а-а. Вода капает. Слушай, так, ладно. Красиво у них тут. Ну да, неплохо, только вот тут там небезопасно. Посмотри, может быть, в доме в этом есть кто-нибудь? Да нет, я вижу уже по карте тут все. Они прям сквозь стены все же по карте показываются. Конечно, читерская карта, на самом-то деле. Ну ладно. Да. Давайте тогда телепортироваться вот сюда. А, еще 11 секунд. Ну давайте сейчас мы немножко подождем. Так вот. Там 1 секунд, когда она пройдет? Скоро вообще нет? Как ты думаешь? Так, ладно, я пока буду прописывать еще не арчик, чтобы, если что, узнавать на игроки. Так, ладно, РТП. Все, я думаю, готово. И кликаем. Да, все, есть. А, направо, немного назад. У нас 2 игрока, это, видимо, Тима, ну, команда, если понятнее. Угу. Так, сзади, я увидел по карте. Пещере, да, кажись. Вот, видишь, Ник, скорее всего, в пещере, да. О, вижу, да. Есть шанс на алмазку. Ага. Тут у нас какие-то. Так, нет, подожди, сейчас я попробую. Ага, тут у нас приватик стоит. Ну что ж, рискнем. Так, там у нас есть шанс, что алмазники, ну ладно. Вот они. А, так это разве алмазники? Ну что это такое-то? Ёлки-моталки. Они тут между собой что-то дерутся. То есть ты сперва своего друга бьешь или кого-то, а теперь еще со мной хочешь затимиться. На тебе! На! Пытается меня кокнуть, посмотрите, просто. На тебе! На тебе! Я ж по нему попал, ты видел? Да. Так. Не, братан, ты недооцениваешь мои возможности, у меня есть вот это. Просто телепортировался за спину. А у тебя стоит. О, еще и дверь открыл, спасибо, у меня теперь это, если что, выход есть. Опа, там он опять появился. Он уже без резов как бы. Все, теперь поиздевались и можно идти, в принципе. Блин, я заметила, пока что как-то не везет. Пока у нас чисто вот такие вот кит-стартеры. Я не знаю, что с этим делать. Ну ладно, я это отнесу, как бы домой, я вам дом не покажу, неправда. Не, вот. Ну и, собственно, ну, быстренько сейчас все отнесу и, может быть, дальше идти грифить. Ребята, экстренное включение, где-то здесь снова игрок. Скорее всего, вот здесь, это, скорее всего, какой-то неплохой. Есть шанс, что игрок. Ну, на карте нет. А, его здесь нет. Ладно. Ну, да, по карте, кстати, его пока. А, ну подожди. О, есть точка была, только что. Только что была. Вот там, он, кажется, ливнул. Сливнул? Ливнул, ну типа свалил. О, появилась, опять появилась.
только что была. А, не обращай внимания. Мы тут я вижу все, все равно в любом случае сейчас не я. Так. Ну полетели дальше. Куда? А не, подожди. Я же сейчас не слепой, да? Я не один это вижу. Я прям на точке сейчас был, но нет, тут кто-то есть. А, здесь нет, здесь небезопасно, здесь. Там внутри? Свинки появляются, падает, стекает по течению, и он там их рубит. Зачем? Это типа такая еда добывается. Чего? Ну, за такое я этого козла точно должен убить. Так, как пройти? Телепортироваться? Ну, или козлиху, я не знаю, как правильно сказать тут. А, так, как пройти туда, к ней, давайте. Ну, или к нему, я не знаю, будем говорить к нему. А, вот у нас, скорее всего, вот сюда надо спуститься, я правильно понимаю? Точно. Опа, подожди, тут какая-то белая точечка, снова. Может, кто-то надо мной, я не знаю. Нет, точно не надо. Я вижу, как кто-то здесь передвигается по карте, какие-то паранормальные явления нафиг. Так, ладно, мне нужно как-то... Ладно, ладно, здесь синки это... больше не будут страдать, но если там какая-то справедливость-то будет. Не, поросята не могут белой точкой быть. Так, ладно, в любом случае, Ниар, назад. Назад. Я, короче, все понял. Вот этот вот игрок, он либо... Вход замаскирован, короче, вот сейчас. Под землей, короче. Я все понял. Здесь, подожди, во, видишь, бежи! Так, вот он. Я елки просто, тараканчик какой-то, как его должен... А, сейчас, подожди, я с привата отойду. Вот тараканчик, вот давай как тараканчик туда. Опа-па-па-па, погнали. Так, надеюсь, там... Тут лава! Чего ты взял, что это лава? Так это ж лава, видишь? А, ну, что это такое цвета? Ну, это у меня текстурпак такой стоит. Ладно, я скушал яблочко, поэтому я не го... Почему я горю? У нас проблемы, ребята. У нас лютые проблемы. Так. Оп. Все, я закрылся, забаррикадировался. Все, нормально. Так, тихо. Где он? Подожди, он свалил, кажись. Он заметил, кажись, меня. Да? Он мог заметить тебя? Палки-палки. Видимо, да. А он твой ник тоже видит, да? Опа, подожди. Если что, мы сейчас в полойке его можем здесь подождать тупо. Так, что у нас тут вообще по пространству? Так, ну здесь кто-то был, это точно. И он даже тут до сих пор есть. Тут комната новая, наверняка где-то сидит. Подожди. Что здесь за потайные ходы? Как понять, где он? Ладно, мне показывают, что он где-то слева. Где-то копает, наверное. Где-то слева. Типа. Так, где-то тут лавовые озера мне еще показывают, но как бы с этим уже проблем не должно. О, что это такое? Прекрасно! Искали игрока, нашли алмазы. Это алмазы такие? Блин, здорово. Прекрасно. Удачно. Я не знаю, зачем они, правда, мне. Ну ладно, пригодятся, в принципе. Все. Бери, забирай все. Подожди, я нашел игрока. Ладно, попозже. Алмазики. Мы за алмазиками-то сходим. Ну, грех уже не забрать. Конечно. Так, опа, тихо, главное, чтобы не сгорели. Ну, 7 алмазов, слушай. Неплохо. Считай, не зря. Так, подожди. Вон. Вижу цель, не вижу препятствий. Пожалуйста, ну хотя бы железка, но то одни кистартеры ходят. О, где-то он здесь. Нашел вот только он. Блин, кистартер. Ладно. Так, ёлки! Так, чисто руду забираем и все. Так, руда и все. Так, руда. А. Больше ничего, да? Понял, значит, вот так вот мы делаем сейчас. Оп. Оп. А, факелочки надо забирать. Главное, алмазы случайно не выкинуть. Так, вот это мне пригодится. Вот это можно выкинуть, в принципе, все. Так вот. Золото. Вот так вот. Выкинул. Я золото не выкидываю, не правда? А ты не золото, да? Ладно. Все, остальное я оставляю, потому что это такие более-менее полезные еще ресурсы. Ну, как бы, залутались, что могу сказать. Можно валить. Я железо и золото все-таки выкинул. Ну, ладно. Я видел, что золото выкинул. А, сейчас, ребятки, домой сгоняю быстренько. Ребята, тут у нас два игрока, так что сразу же погнали, собственно, их искать. Надеюсь, они будут в алмазке и легкими для меня целями. Опа, так. Без алмазки. Без брони вообще. Очень я не понимаю, чё мне сегодня так не везет-то? Почему мне вне кадра везет? Может, там в кадре не везет. Вон, тебя увидели. Иди сюда. Хедшот. Опа, так, ладно, пойдем еще за вторым тогда, ладно, уже там. Если помирать, то вместе, как говорится. Вернись. Нет, не успел.
ты зайди, может быть, у них есть что-то интересное или да куда тут зайти-то? Ну ладно, пусть. На тебе, скелетрошка! О, заодно на кучу. О, убил. Оп, так, хорошо, и еще давай. Бах! Тут еще не сдох с первого выстрела. Так, ладно, в общем, пока не везет, но мы сейчас пойдем дальше, ребят, не беспокойтесь, сейчас у нас режим PvP еще 8 секунд. Вички гуляют. Вичка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, так, флай. И, значит, РТП вот сюда. Так, нерчик сразу же прописан и никого не находим. Прекрасно, замечательно. Офигенно. Так, ладно, я предлагаю нам сейчас с собой прописать вот так вот. И на всякий случай еще раз проверить этот дом. Вдруг здесь кто-то появился. Ладно, здесь вроде никого. Давай тогда еще мы сейчас Home и D проверим тоже на всякий. У меня тут... Это дома, всю базу вот не мои. Это я вот все чужие находил. Вот. Ну, здесь, как видите, здесь... Короче, здесь был игрок. Он постоянно, если на него кто-то нападал, брал дофигища алмазок. И постоянно проигрывал. И я забирал тупо все алмазки. Ну и, как видите... Что написано? Твари? Твари украли! Елмазку! Это как видео, короче, свалил. А, кстати, меч Домера, да. У него был меч Домера, который ему выдал Домер в ролике, как я понял. Если я все правильно понял. Вот, но я его, собственно, кокнул и забрал. Надо отдать, значит, тогда. Следующему ролику. Откуда я знаю, где он теперь-то живет? Так, твари украли. Похоже, в больнице. Ты, да, тут, видимо, все это. Да посмотри, он тут разнес пол стены, пробомбил это. А там Лукас застрял, кстати, но я его вытащил. А, я думал, алмазы. Так, ладно, идем дальше, в общем, РТП и вот сюда. Господи, я испугался! Ну, вот человек сразу, да? Житель елки. Ну, просто иногда такое редко бывает, бывает, да? Но и это не всегда хорошо, потому что мне обычно, если так вот везет, то там, как правило, алмазник какой-то, который меня кокает. Так, ладно. Не, подожди, мне сказали, что впереди игрок, но игрока тут нет. Я улетел уже. Игроки рядом, вы не написано. Сейчас я отлечу обратно сюда. Ниар. Вот, немного направо игрок. Сейчас мы... Ребят, пожалуйста, ну, алмазник, ну, я тебя прошу. Ну... Опа. Ай-яй-яй, оверлорд, это, конечно, такое, но, в принципе, шанс есть. Так, это снег. Оп, понял, принял, тут надо... Где-то под льдом, под водой, что ли? Вон у него там база, видишь? Под водой? Да. Даже такой можно делать? Нет, нельзя. Как огонь задыхается? У него там, видимо, внутри-то воды нет. Вот у нее тут всякие потайные ходы. Так, ладно, давай хотя проберемся внутрь, может подождем, может сейчас придет обратно. Это у него так там под водой? Это у него там под водой, да, так вот сейчас надо к ним внутренне пробраться. Так, давай сюда встань. Не судьба. Видимо. Нет, там вообще он свалил как бы. Я уже пытался так. О, а это житель. Ну да, естественно, все запривачено, все огороды. Ну, как бы, как обычно, типичный гриферский это сервак. Так, ладно, в общем, нам нужно найти алмазника хотя бы одного и кокнуть. Мы должны это сделать, ну, елки-палки, ребят, ну это ж... Что это такое-то? Давай хотя бы на дуэльку. Сейчас пойдем на спаун, хотя бы на дуэльку с кем-то сходим, я не знаю. Все в дуэли чисто ходим и каких-то стартеров кокаем. Ну, что это такое-то? Так, давайте, допустим, с СССР 9088, давай. Дуэль 9088, ой, господи, 88, погнали. И давай. Классик, почему нет? Почему нет? Пожалуйста, давай, прими, сейчас мы с тобой попыхаемся и пойдем дальше. По другим делам. Не хочет. Или может еще я пока не успеваю, там, может, в сундучке раскладывают вещи. Я пытался найти этого игрока, помнишь, мы летали, но мы так его не нашли. Опачки! А, тут чисто вот, типа, броня и меч, все. Окей, let's go. Окей, let's go, сейчас я его вынесу быстренько, ну, я предполагаю так, по крайней мере. Что-то, знаете, я уже как-то подумала, то, что, скорее всего, не все так просто. Зато никто не будет кушать яблочки, эндерперлок сваливать не будет. О-о-о, профессионально, профессионально, слушайте, играет, мне кажется, мне жопка. Но я сейчас попытаюсь все-таки. Пожалуйста, давай!
Давай, родненький! Андрюшка! Андрюшка, полсердечка оставалось. Да какие углы тут нафиг? Так, ладно. Давай еще с кем-то на дуэльку. Хотя, давай лучше, как обычно. Подожди, сейчас. Я уже выиграл сегодня. Или нет? Подожди, нет, со мной не радуешься. А, ну с тобой нет, но так я дофига выиграл. Так, ладно, все, идем вот сюда. Сейчас, подожди, тайм-аут, как обычно, берем и ищем игроков. Так, а сейчас это, проверим этого игрока и пойдем снова в ПВП. Вот сразу пещера заедет. Так и мы здесь были, ну блин. А, да, точно. Вон. Пять. А, ну, так это дракон тогда опять. Это опять этот, короче, который уже бомжик теперь. Угадайте, после кого. Так, ладно. Значит, тогда идем на спауны в дуэльку опять, что могу сказать. Так, ладно, допустим, давай в дуэльку, я не знаю, с... У кого короткий? Вот, Олег 418. Дуэль. Олег 418. Погнали. Олег неугомонный человек. Так, давай так же, классик чисто, вот где меч и броня. Давай. Это будет сложно. Больше двигайся и углы срезай. Да, понял я все, давай. Опа, что за ковры красивые. Так, ладно, ждем. Ты бегаешь, чтобы за ним все, а ты углы срезай и хоп-хоп. Да я понимаю. Забивай углы на ручки. Сворачивается во все стороны. Так, ладно, все, в общем, ждем. Поэтому побеждают. Кинул на ручки. Ну, кто уворачивается, поэтому побеждают. Так, ладно, ребята, в общем, тут уже человека полетела катушка. Так, ладно, ждем, короче. Не, ну, надо, видимо, другому уже писать, потому что все, если долго не отвечаю. Пиши вам, полкан 313. Полкан 313, окей, дуэль. Полкан 313, вроде правильно писал, да. Ну и также классик будет. Пожалуйста, прими. Давай, вот сюда встаем и ждем. Так, ТП на спаун раздачи написано, да? Нам сказали, что сейчас будет раздача. Где раздача? Раздача чего? Они думают, что ты раздаешь. Кто раздает? Чего раздает? Они думают, что ты сейчас будешь раздавать, смотри, для тебя, смотри. Не, пацаны, я вот давайте спущусь, я тоже не раздаю. А, раздача деревянных топоров. Слушай, полезно. Подожди, сейчас можем что-нибудь другое будет сказать. О, без забирай. Пшеница? Конечно, пшено, греча, мука. Понятно, короче. Так, ладно, давай, допустим, с мелон сок. Мелон сок. Вроде правильно писал, да. Отлично, и ну хоть ты-то прими, ну ёлки-палки, ну что ж это такое-то? Не хочет. Че, сегодня никто не хочет. Все боятся проиграть. Так, вот давай, Дима, 940. Давай. Ой, 940. Дима. Господи, Дима, 900. Ой, господи. 940. Во, вроде. А, он вообще отключил запрос, к нему нельзя скинуть. Mm-hmm. Давай тогда фази вот этот вот. Дуэль. Фази. В смысле? Она, значит, не он. Капец, счет никто не хочет. Бобер. Бобер злюка. Фастик 21-21. Так, значит, дуэль. Фастик. Я забыл. 21-21. А, 21-21. Так вот, и вот так. Все, погнали. Да сегодня кто-нибудь-то примет запрос. Я понял, это вызов, надо телепортироваться и искать игроков теперь. Да, все, я понял, сейчас, значит, кого-то я найду полезного. И победю, надеюсь. Так, опа, тут у нас игрок как раз. Ну все. Здравствуйте, я в гости. Да! Да идите в жопу, вот реально, я уже даже не хочу. Там еще один, там еще один. Я вижу, да. Привет. Да вы все не издеваетесь, что ли? Что, не хочешь с такими, да? Я не понимаю, чего они такие-то только? Не, ну сегодня какое-то проклятие, реально, у меня сегодня вообще не везет. Просто еще вчера, или позавчера, там вообще дофига было алмазников. Так, ладно. Значит, я смотрю, давай вот сейчас спрыгнем и вот так вот чисто посмотрим, что будет. Просто он сейчас стоял, знаешь, когда я вот так вот, слышь, выходи, а сейчас я спрыгнул, вот сразу же поплыл от меня. Да, опа, смотри. Ты уже понимаешь, что бесполезно связался с тобой. Ну сейчас он, видимо, меня бить начнет, да? Да не будем бить. Сейчас, допустим, давай типа я встал в АФК. Вот, давай, типа я не двигаюсь. Ты же утонешь, да я слежу за всеми, успокойся. Смотри, идет он. А, ах ты, говно такое! Все понятно! Все, и зима не думаешь, да? И чешет, да, сразу? Нати! И все понятно, не прошел ты проверочку. Ну все.
Так, что выпало? Что выпало все? Закрыльчатина не прощу. Закрыльчатина не прощу. Вот, вот этот молодец, он сразу закрыл крышу и все, и сидит. Идите домой, да? Да-да-да. Ай, ладно, не будем его трогать тогда. Так, ну, собственно, сейчас давай на бережочек так вот перейдем. Опа. Чего? Ты туда кидал? Алло. Так, ладно, сейчас. А кто это у нас там чей-то? Сейчас начнем бить. Посмотрите, пытается подружиться теперь. Подружись тогда. Смотри, отходим. Сейчас смотри, я спиной к нему повернулся, сейчас ко мне пойдет, смотри. Ну, без оружия, поэтому. Сейчас меня рукой, я говорю, мы бомжи, дай что-то пиже. Так, ладно. Что-то мы бомжи? Мы бомжи, дай что-то, пожалуйста. Ладно, ладно. Раз, два, три, золотые яблочки, на. Все. Ой, такой радостный. Да, погнал. Так, ладно, РТП. Он тебе написал что-нибудь? Нет, он больше ничего не написал, но я свалил, как бы, так что уже не узнаем. Я сразу же пошел следующих игроков искать. Вот, что-то я запутался. Так, ладно, ищем кого-нибудь и давайте уже потихонечку заканчивать. Так, видимо, сейчас вместо кого-нибудь мы пойдем на дуэльку, да? Да, попробуем. Сейчас, конечно, не ар. О, подожди. Подожди, тут у нас игрок с каким-то знакомым никнеймом, как будто бы я его где-то уже видел. Так, пачки. Опа. Очки. Так, кто это у нас тут такой? Это у нас Титан, значит, ни на что не надейся. Это вот так вот. Титан, который сейчас утонул, когда на Титаник шел. Деревянным топориком машет. Иди сюда, я тебя порву. А сейчас смотри, что ты пишешь, да? Иди сюда. Сейчас, если я спущу, еще будет. Че, побежит мне бить, да? Точно бьет. Смотри, пытается чисто. Ну блин, он тут человека надежду называть. Ладно, я знаю эту базу, на самом деле здесь не особо безопасно находиться. Так что я на самом деле бы отсюда потихонечку бы валил вот туда вот куда-нибудь. Потому что здесь реально безопасно. Давай. Дарперл, ёлки-палки, не подводи меня. Во, наконец-то. Застрял где-то в блогах, тут ползаю. Так, ладно, все, я сейчас, короче, пойду на спаун, дуэльку, и будем, ребята, заканчивать. Мясо валяется, баранина. Так, ладно, собственно, нам-нам-нам, вот так вот флай, так вот спаун. И, в общем-то, ребяточки, кто на дуэль, пожалуйста, кто-нибудь, пойдите. Допустим, вот есть вот этот GXDXZ. Дуэль GX... ZX. Что? Значит, дуэль. Так. XZ. Чего? Короче, так, другого ищем. Давай, допустим, Wolf 97. Дуэль. Wolf 97. Вроде правильно, да? Ага, так, ну, допустим, также классик. Пожалуйста, ну прими. О, так, тихо, а то я потом еще падаю. О, принял. Началось. Ну, так, ладно, давай. Ну, хоть один раундик. Что-то у меня сегодня вообще не идет ничто на гриферском сервере. Ну, это называется, чисто включу запись, и все, понеслась. Так, ладно, оп, оба, оба. Чисто, давай. заходим за спину. Так, оба, оба. Сейчас по спине будем фигачить просто, и все. И он не сможет ничего сделать, и будет вообще прекрасно. Оба. Просто крутится и пытается что-то сделать. Но ему все, ему кранты, я думаю, уже. Сейчас проблемы с реакцией. Затащили. Это было слишком просто. Я предлагаю сейчас даже еще кого-нибудь найти, потому что, ну, пока... Естественно, я должен был полететь. Так, ладно. Значит, следующий игрок у нас будет... Нет, давай кого-нибудь пожестче. Вот, например, Некраб. Дуэль не... краб. Понял? Интернет нет. Тут у нас вот Копибариш РВ. Так, дуэль Копибариш РВ. Да, в смысле, игрок не найден. Вот же он существует. Так, ладно. ПВП ЕС. Дудел ПВП ЕЗЗ. А в смысле не найдем, вы что, издеваетесь сегодня? А, там где-то ошибка написано. Так, ладно. Давай тогда из императоров кого-то возьмем, я не знаю. Допустим, Лаки Тот. Давай, дуэль. Лаки Тот. Вроде правильно писал. Ну, хоть кто-то, наконец, так же будем. Чисто мечи и броня, ничего лишнего больше не будет. Так, вот так вот мы сделаем, чтобы чат не было видно. Тут вообще офигеть буянит. О!
Что-то я понимаю, другой дело. Блин, вот эта карта мне как-то не нравится, если честно. Если что-то проигрываю пока что, хотя я в первый раз, если честно, я сегодня в первой серии, вот в первый раз. Да, все, сейчас мы закроем, собственно. Сейчас я победю. На. О! Красота, лепота, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Браво. Так, ладно, ну, давай еще одного. Так, ладно, чисто давай, финальный, реально финальный. А если не согласится, все заканчивает тогда. Сейчас, допустим, Realme какой-то. Duel Realme. О! Так, давай, братанчик, сразу же принимай запросик, пожалуйста. Не надо тупить, не надо ждать, не надо ничего. Не надо, реально. Ну да, в принципе. Так. Не хочет. Ну и ладно. Подожди. Юра, бро, 1300... Так. Юра, бро, 1337. Значит, дуэль Юра... Бро, 13:37, я запомнил, офигеть. Так, ладно, и допустим, классик также будет у нас. Ну давай, принимай. Давай, давай, нужен. А у вас есть классик Юра хоть один? Да. Такое редкое имя, да, теперь? Ну да, мифическое какое-то. Так, Рейзи, давай Рейзи тогда. Дуэль. Оп-оп-оп. Рейзи, оп-оп. Вот так вот. Оп и оп. Что-то вы как-то не вовремя, знаете. Так. Ну, значит, тебе говорят, что все. Стас 074, давай. Дуэль. Стас. Стас 074, вроде там, да. Отлично, и, так, подожди, четвертский рай. Так, ладно. Ладно, финальная, давай попытка, вот тут есть игрок. Дуэль. Бобер. И тушканчик. Подожди, как там пишется? Бобер. Бобер злюка. Дуэль. Бобер. Злюка. Злюка. Ты написал? Все. И нужен. Ну, злюка, давай. Ну, хоть бобер, ну, давай, ну, хоть кто-то. Ну, бобер, не подведи. Я нашел, подожди, что? А, QROB. Это у самолета. Боксенко. Боксенко какой-то. Дуэль. Боксенко. Давайте, ребят. Да, все, ребят, вот сейчас реально финальный, погнали. Занятость. Ну что ж, ребята, вот такой ролик у нас получился. Ставьте обязательно свой... Так, ладно, ставьте обязательно свой лайк, подписывайтесь на наш канал, мы сегодня толком никого не загриферили, потому что какие-то ложки одни бегают, так что, в общем-то, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ждите новых серий, всем покулики до сидорики, надеюсь, следующая серия, если она, конечно, выйдет, то там будет побольше игроков, алмазников.